Приветствуем вас, зрители НВТВ. Мы находимся в городе Аксай. Сегодня организация «Доброе сердце» отмечает свой третий день рождения. Сюда на праздник пришли те, для кого эта организация была создана. Семьи, воспитывающие детей с особенностями развития. Для них этот год оказался очень важным. Выиграли первый грант, вышли на новый уровень. Написать президентский грант. Ну, в результате полтора месяца труда грант выиграли в январе месяце. Вот. 31 июля у нас заканчивается президентский грант. Ну, как бы уже все решили, грант выполнили. Были творческие мероприятия у детей, был психолог, был логопед. Была реабилитация дельфинотерапии в Крыму на 5 человек детей. 10 дней курс реабилитации. У детей появились новые возможности, новые таланты появились, естественно. Желание продолжать, конечно же, еще есть. Вот. Естественно, я дальше планирую писать президентский грант, но сейчас, прежде всего, надо отчитаться перед этим грантом, чтобы писать следующий. А сегодня у нас будет анимационная программа для детей, будет угощение для детей. Будем поздравлять наших педагогов, которые принимали участие в нашем президентском гранте. То есть хотели бы их тоже поблагодарить, потому что для них это тоже был труд, был опыт, потому что не все специалисты готовы были с нами сотрудничать, так как дети особые и все разновозрастные, не только по годам, но и также по болезням. У них все разные диагнозы. Было некоторым страшно на этот период, как мы что будем делать. Но, тем не менее, согласились наши педагоги, работали с нами, даже как бы неплохо получилось. У всех детей какие-то и проявились таланты. Даже у моего ребенка он с радостью шел, с радостью выполнял. Хотя, конечно же, первые разы он особо этого не хотел делать. Логопеда он сам начал выполнять какие-то действия дома. Сам начал брать какой-то материал дома уже без меня. Начал обводить, рисовать что-то, буквы берет сам. У меня дочь перенесла 3 операции в 2020-м, 2021 году. Мы практически никуда не ходили. Но вот сегодняшнее мероприятие мы не смогли пропустить. 3 года нашей организации. И мы настолько рады этому событию, что мы вместе, что мы можем наших детей радовать. И когда мы готовимся к мероприятию, видите, у нас даже майки с логотипами. И мы, дети выбирают наряды в настроении, встают в 5-6 утра, когда будет праздник, когда поедем, там будут шарики, торт, угощения, они ждут. Сегодня будут мастер-классы, анимация. То есть дети всегда в предвкушении этого праздника. Мы заранее, там, где-то за месяц готовим программу, составляем списки детей, которые придут. И у нас, как видите, есть дети, которые на инвалидных креслах. То есть подбираем площадку для праздника такую, где можно будет детям с особенностями тоже участвовать. И получается, вот сейчас будет шоу «Мыльных пузырей», слаймы, там анимационная программа. Во-первых, я хочу, чтобы мои дети были самостоятельными. Вот, детей у меня 3, и девочке моей уже почти 15 лет, ей интересны стали мальчики, да, Настя? Mm-hmm. Настя любит внимание мальчиков, и я хочу, чтобы она самостоятельно участвовала во всем. То есть я поддерживаю ее, но не делаю за нее. Моя вот эта позиция, что она сама приходит на мастер-классы, там, поделки какие-то делает, вот мы ходим в бассейн, она сама плавает. То есть я доверяю своей дочери, я пространство, свободу на будущее ей всегда даю.